Одной из главных тем недели. В Сирии продолжается операция российских воздушно-космических сил. Как отмечают эксперты, время для нее с точки зрения погоды выбрано очень удачно. Октябрь в Сирии в целом благоприятный для полетов месяц. Средняя скорость ветра 2-4 метра в секунду. По климату всего один раз в октябре здесь могут наблюдаться сильные порывы до 15 метров. Уж степи голубой, город встает золотой. Вот уж степи голубой, город встает золотой. Встречу выходит нам рать. Други ломить не плашать.